Всем привет! С вами Кэтсунэку, и мы продолжаем играть в игру на Супер Нинтендо под названием Монстания. Кстати, Монстания — это название острова, а не только игры, где происходит весь кипиш. Так, вот эти два зловреда у нас, да, мы поднялись на самый верх башни. Барамбат, это ты? Эй! Кто пришел рассчитаться со мной, братишка? Мне кажется, ты доставил нам достаточно хлопот. Вы же не думали, что мы так просто сдадимся, поэтому мы вернулись забрать камень? Так ведь, Таня? Что, если я оставлю тебя наедине с этой дерзкой ребятней? Ок, Барамбат, бери камень и уходи отсюда. Стой! Стой, где стоишь? Не то мне придется позвать моих наземных друзей. Чего же ты ждешь, старуха? Все равно твои любимые далеко отсюда. Любимцы. Что? Мне даже 20 не исполнилось. Оба-чан. Да как ты смеешь так разговаривать со мной? Ты, выскочка. Короче, еще одно слово из ваших милых уст, и я... Что? Вот оно, слово. Блуждающие духи, сфокусируйте свой гнев на врагах. Призываю. О, у нас же есть серебряные стрелы. Кстати, я не посмотрел инвентарь, может быть, нам что-то дали. Вершина башни в пустыне. Задача разделаться с этой ведьмой. Итак, нам, короче, нужно опять бить саму вот эту вот Таню. Я так полагаю, а вот этих телепузиков не трогать. Опа-на. Мисс? Как такое может быть? На нее что, магия не действует? Опа-на. Так, у него есть... как же там... Камаитачи, вон. Ништяк. Что-то мне не нравится. Давайте, хелп. АПшки, да, не особо-то и много. О, они у нас жизнь высасывают. Стоп, мы в рознь, что ли? Точно. Так, ух ты, у меня и на энергию не хватит. Ну-ка, тебе подсоби. О, если мы... Если мы используем остановку... Подействует? Нет, интересно знать. Смотрите, точно действует. Я могу фроном. О, они у меня АП хавают, падлы. А как лечи? А, лечи, на лечилку мне. Так, я не понял. А почему мне не хватает на лечилку? Блин, все, фрон лег. У нас, по идее, серебряные стрелы, да? Так, как посмотреть инвентарь? А, вот. Вещи. А, это вещи, да, только? Блин, я, по-моему, активировал эти. А, вот статус. Те должны быть... Да, серебряные стрелы, это против, как бы, нежити и всяких духов, да? Так, если я использую лук... Давайте немножко... Убиваем вот этих вот телепузиков. Смотрите, как прикольно снимает. Ай-яй. Так. Ой. АП же жрет. Чисто АП. Смотрите, как по соточке-то. Ну-ка, зиди, демон. Демон шариков. Демон шарик. Я что-то не вижу, он там призывает их еще или нет. Да, что-то какой-то лабудень происходит. Ай-яй. Зажали. Падлы. Падлы зажали. Так, походу фрону нужно хавать лечение.
А что узнать? Нет, чудо-листик. Не то, ягода жизни. Вот. Сейчас фрон у нас встал. Тия легла. Так, сейчас мы фроном как... Так, если я подойду... О, смотрите, она промахнулась. Убийство, по-моему, да? Крутая штука. Кстати, юла по кругу бьет. Надо было, наверное, ее использовать, эту юлу. Ну-ка, 108. А, стоп. Так, прыжок и удар. Вот этот самый мощный удар фрона. Вдали. Хлобысь. Ау! Энергия. Я не понял. Я не могу позволить двум соплякам победить меня. Духи ветра, соберите всю свою силу, чтобы сокрушить всех ваших смертельных врагов. Смертельная громовая атака. Сейчас, по-моему, будет... Ой-ой. Ай-яй. Так, это что она там сделала? Я не понял. А, во. Нормально. Так. Все. Короче, Таня что-то в этот раз вообще как-то хиленько нас фигачит. Вот нам дали лечение. О, кольцо какое-то. А, кольчуга получили. Получили мы кольчушку. Надо кому-то одеть. О, мало хп. А вот и Макс, да? Вроде бы его так звать. Эй, как дела, ребята? О, я вижу, вы уже закончили. Что же, яха, Марк перед вами. А, Маркли. А это сказал Макс. Ну что, готовы к спуску вниз? Я да. Только если вы понесете меня на руках. Не так быстро, я не закончила. Смотрите. Нет, только не это. О, черт. Че это она там сделала, непонятное? Оба-на, всех оглушила. О, эй, кто-нибудь запомнил номер этой кометы? Ха, при чем тут номер? Марк, ты как, в порядке? Ой, ой, как же я мог попасться на это? Послушайте, Таня моя сестра, моя настоящая сестра. Не могу поверить, что она сделала это. Я не думал, что она это сделает. Марк? О, нет, вот теперь я волнуюсь. Это очень плохо, я не смогу встать несколько дней, может и недель. А ты поправишься гораздо быстрее. Тия, ты сможешь ему помочь? Конечно же смогу. Энергия! Просто полежи здесь и отдохни немного, сам не заметишь, как вылечишься. Ха-ха. Так, что такое? Что-то увидели. Шар светящийся, да? Да. Что-то мигает так странно. О, это чита. Чита! О, чита. Я так беспокоился. Ты так неожиданно взмыла в небо во время той переделки. Ужасно. Все может обернуться еще ужаснее из-за камня с той горы. Да, даже здесь слышен рев всех этих диких зверей злых. А я не понимаю тебя, Чита. Говори внятнее, что ты хочешь нам сказать? Ужасно. Эй, Чита. Камень. Разве ты не о том камне, что ты нашла в старом гроте? А что за гора? Ты имела в виду Алмазную гору? Значит, туда Барамбат направляется с нашим камнем? Так, если ты знал, куда он пошел, почему ты еще здесь? Но, Чита, что с тобой? Эй, Фрон, отстань от нее, не видишь, что ли у нее стресс? Возьми ее с собой и потихоньку идите к Алмазной горе. Я останусь тут, пока Марк полностью не поправится. Ладно, думаю, так будет лучше. По-моему, ее что-то тревожит. Ты уверена, что ничего не случится, пока Марк восстанавливает силы? Не переживай за меня, идите.
Что ж, пойдем, Чита. Ага. Так, пески. Давайте засейвимся. И я закончу на этом веселом моменте данную серию. С вами был Кацунеку. Еще услышимся. Джане.